Здравствуйте, друзья! У нас ежедневный расклад карты дня 19 января. Сегодня у нас вторник. Давайте посмотрим, что нам приготовил этот день, 19 января, как карта дня. Расклад у нас будет по знакам зодиака. Овен. Так, вся колода, наверное, кверху ногами. Точно. Так, Овен. Так, прошу прощения за форс-мажор. Да. Колода была перевернута. Овны. Рыцарь мечей. Ну, тут или у вас сегодня какая-то идея воплотить что-то в жизнь. Это когда человек идет к своей цели, у него есть мысль, идея, желание что-то реализовать. Может быть, с кем-то составить разговор, решить какой-то вопрос. Вы сегодня будете очень целеустремлены. Но смотрите, рыцарь мечей, он идет к своей цели, не обращая внимания на то, что происходит рядом. Там могут быть какие-то люди копошиться под ногами. То есть вот здесь вот по достижению своей цели вы можете идти напролом. Карта говорит, будьте аккуратнее, чтобы под ваши, вот, под копыта вашей лошади сегодня кто-то не попал. Но также у нас рыцарь мечей может говорить, что у вас сегодня может возникнуть с кем-то конфликт. Вам нужно сегодня постараться сохранить ясность ума и трезво, хладнокровно реагировать вот на то, что будет происходить. Самое главное, не поддавайтесь на эмоции. Тогда вы сможете одержать победу. Это может быть с кем-то ссора, конфликт, выяснение отношений. Это может быть на работе, с друзьями, с клиентом может быть. Но также это может быть в отношениях. Потому что если вы сегодня начнете распаляться, то здесь может карта привести к тому, что с кем-то вы можете очень крупно поссориться, разорвать отношения. Если это на работе, то будьте аккуратнее. Да, вот. Хлопните сегодня дверью, уйдете, а завтра встанете с ясной головой, поймете, что погорячились, а поезд уже ушел. Поэтому сегодня будьте очень аккуратны. Еще один рыцарь у нас. Тельцы. Да, у нас тут тоже тельцы сегодня будут очень активны. Здесь может быть очень много поездок по работе. Кого-то могут отправить в командировку. Кто-то просто в какую-то дорогу отправится. Рыцари у нас это атмосфера, это настроение. Но вы сегодня будете очень активны. Это тоже ведь достижение какой-то цели. Но если у нас рыцарь мечей, он прет на пролом, не обращая ни на что внимания, то рыцарь жезлов – это рвение, нетерпение, спешка, энтузиазм. Но тут человек загорается какой-то идеей. Ну, вообще у нас рыцари – это движение. Может быть, какая-то ситуация у вас будет сегодня развиваться стремительно, и вам нужно будет принимать быстрое решение. Но еще все-таки это не ваша масть. Может быть, для вас сегодня важен будет такой рыцарь – это специалист. Это может быть и в работе, кто-то вам окажет помощь, поддержку, а может быть это в каких-то домашних делах. Да, для тех, кто в поиске любви и отношений, это может быть знакомство с представителем или представительницей огненной стихии. Это Овен, Лев, Стрелец. Да, тут прям жаркие отношения, страстные. Ну вот, или вы сегодня будете кого-то покорять, или вас будут покорять. Но вообще рыцарь жезлов – это очень активная карта. Близнецы. Близнецы, семерка пентаклей. Семерка пентаклей – это карта терпения и ожидания. То есть вот человек над чем-то долго трудился, он посадил урожай, он за ним ухаживал, а сейчас ждет, когда этот урожай созреет. Может быть, какая-то ситуация у вас долго не развивается, но тут карта говорит, надо просто подождать, все будет, но чуть позже. Самое главное, не пытайтесь эту ситуацию как-то ускорить, как-то повлиять на нее. Может сделать просто хуже.
То есть как метафорично, если вы раньше времени соберете зеленый урожай, ну что вы с ним делать будете? Он же вам никак не пригодится. Да, еще у нас семерка пентаклей для кого-то из близнецов. Это сообщение о беременности. А если смотреть по отношениям, это спокойный, устойчивый, совместный рост, развитие ваших отношений. Но самое главное, этим отношениям, развитию этим отношений, не должны мешать вот эти излишние ожидания. Тут, если женщина ждет долго предложения руки и сердца, тут самое главное, не надо его торопить. Вот он, как этот урожай, должен созреть сам. Если это по работе, по карьере, по бизнесу, может быть, вам кажется, что ничего не движется. Но все-таки здесь есть рост. Может быть, не такой быстрый, как вам хотелось бы. По семерке вы можете сегодня получить первые плоды от того, над чем вы трудились. Может быть, придет первая прибыль. Если это карьерный рост, может быть, небольшое повышение зарплаты, небольшое продвижение. Но в любом случае это карта развития. Просто не торопитесь. Рак. Ну, у раков тут все, что касается партнерства, это начало каких-то партнерских отношений. Кто-то может сегодня познакомиться, это зарождение чувства, зарождение любви, это только-только конфетно-букетный период. Также это зарождение бизнес-партнерства, какого-то творческого проекта. У кого-то может появиться сегодня новый друг. Но еще это когда два человека подписывают какое-то соглашение. Это может быть договор купли-продажи, аренды, найма, но также это может быть трудовой договор. Ну, а если вы уже в паре, может быть, вы сегодня будете принимать какое-то решение, но вместе. А также карта говорит, что вы можете полностью положиться на своего партнера или партнершу. Здесь есть доверие, взаимопонимание, поддержка, любовь. То есть вы команда. Львы, туз мечей. Ну, у львов сегодня прояснение какой-то ситуации. То ли вы сегодня примете решение сами, может быть, вас сегодня озарит какая-то мысль, и вы поймете, как вам действовать. Еще это подписание каких-то важных документов. Это может быть трудовой договор, какой-то крупный проект, заказ, повышение, приказ. Приказ о вашем повышении, о нахождении новой работы, подписание трудового договора. Может быть, для того, чтобы прояснить какую-то ситуацию, вам нужно будет с кем-то сегодня составить разговор. Это когда мы расставляем все точки над «и» и принимаем разумное, ясное, безэмоциональное решение. Если это касается отношений, кто-то из львов сегодня принимает решение подавать на развод, а кто-то вступить в новые отношения. Но еще туз мечей говорит о том, что сегодня будьте аккуратнее с колющими, режущими предметами, можете пораниться. Ну а если смотреть по здоровью, кому-то, может быть, из львов сейчас назначат операцию, а кому-то поставят диагноз. Но еще, если у вас были какие-то затяжные судебные дела, это может быть вынесение вердикта. Хорошо. Девы. Девы сегодня встанут перед выбором. Карта говорит, что, может быть, сегодня вы задумаетесь о чем-то. Это, знаете, когда у человека появляется какое-то еще предложение, но прежде чем сделать шаг или принять это предложение, вам сегодня нужно будет вот все обдумать, взвесить, потому что, скорее всего, есть сомнения, колебания. Если это касается работы, бизнеса, то тут сомнения оставить все как есть, а может быть, что-то новое начать, а что? Но у человека в руках земной шар. Может быть, вы понимаете, что для того, чтобы развиваться, может быть, нужно переходить, например, в интернет.
Если это касается отношений, тут может быть сомнение, оставаться, не оставаться в этих отношениях. Может быть, есть ощущение, что чувства угасают, и надо что-то делать. Или это человек стоит на пороге новых отношений. Ну, как бы тоже вы не решаетесь в них вступить. А может быть, здесь вообще выбор из двух претендентов. Кто-то, может быть, сейчас в ожидании с перспективами новой работы. Кто-то, может быть, ожидает поступления на учебу. Ну, может быть, что-то еще. Но еще двойка иногда говорит об апатии. О потере жизненной энергии. То есть у человека опускаются руки, и он вообще не знает, что предпринять. Поэтому она и говорит, вам нужно сегодня просто все продумать, как вам действовать дальше. Эта карта «Стоять на распутье». Хорошо, весы. Весы сегодня будут с кем-то бороться. Да, пятерка жезлов говорит, что, может быть, с кем-то сегодня будет какой-то спор, выяснение точки зрения. Тут, как бы, знаете, тут все машут палками, никто никого не слушает. Но если вы хотите, чтобы ваша точка зрения победила, значит, нужно перехватить инициативу. Это может быть и на работе, и с бизнес-партнерами. Это может быть и дома, в отношении каких-то домашних дел. Еще пятерка жезлов говорит о конкуренции. То есть, если вы чем-то занимаетесь и понимаете, что много таких же бизнесменов, тут нужно продумать, как вам выделиться на фоне других претендентов. Может быть, провести какую-то рекламную акцию, какие-то скидки для того, чтобы пошел поток клиентов и заказчиков. Если вы сегодня идете, например, на собеседование и видите, что много претендентов, здесь пятерка жезлов говорит, нужно постараться, чтобы выбрали вас. Ну, то есть, проявите красноречие. Ну, вы весы. Покажите все, на что вы способны, чтобы вот обойти других претендентов. Ну, так же, как карта дня, она может говорить, что сегодня вы столкнетесь с какими-то препятствиями, преградами на пути к той цели, которую вы сегодня поставите. Да, в принципе, преодолеть эти препятствия можно, но карта говорит, если уж прям совсем будет тяжело, может быть, отложить эти решения, этих вопросов на завтра, если время терпит. Потому что потратите очень много сил и энергии. Может быть, завтра вы эти вопросы решите легко. Хорошо, скорпионы. Скорпионы сегодня будут что-то взвешивать. Здесь, может быть, нужно какие-то платежи совершить. Там, не знаю, за квартиру коммунальную. Да, вы будете взвешивать, что можно сейчас оплатить, что чуть потерпит. Также карта говорит, что, может быть, денег не так много сейчас у вас. Но у вас получается справляться. Как-то вы выпутываетесь из этой сложной ситуации. У вас получается вот этот вот, сохранить вот этот баланс. Кто-то из скорпионов может найти сегодня какую-то приработку. Это, скорее всего, неофициальное, временное. Но что-то вы можете заработать. Также это выбор, что купить. Взвешивание – это что? Купить что-то подороже? А может быть, можно такое же купить чуть дешевле. Ну, это еще когда мы ищем распродажи, скидки. Ну, еще двойка у нас – это какие-то сообщения, связанные с деньгами, с финансами. Сообщения, новости. Хорошо, стрельцы. Кто-то из стрельцов сегодня будет очень много передвигаться. Это могут быть поездки по работе, кого-то могут в командировку отправить. Ну, если вы на себя работаете, это может быть там получение заказов, сдача заказов. А еще это, конечно, продвижение. Это может быть повышение по должности, получение новой работы, какая-то премия, повышение зарплаты, деньги какие-то придут, как перевод, который вы ждали, получение каких-то документов, новостей. Ну, то есть восьмерка говорит, что в делах, которые зависли, сегодня начнется движение. У кого-то, может быть,
перелет на самолете сегодня. Может, кто-то из стрельцов сегодня в отпуск отправляется. Хорошо. Козерог. Ну, у козерогов сегодня какие-то ограничения будут. Это могут быть финансовые ограничения. Может быть, что-то нужно сегодня купить, оплатить, а денег не хватает. Также это может быть ограничение по передвижению. Может быть, кто-то сегодня проснется из козерогов, почувствует, что простыли. То есть дел много, а нужно будет отлежаться. Еще карта говорит, может быть, какие-то ситуации сегодня будут виснуть. Вот, например, вам нужно будет сегодня с кем-то составить разговор. Да, вы не сможете встретиться с человеком. Ну, у него что-то случится, у вас что-то случится. То есть вот вы сегодня будете ощущать себя как спутанным по рукам и ногам. Но не забывайте, эта карта говорит о временных трудностях. Может быть, завтра вы все эти вопросы решите легко. Поэтому как бы карта говорит, сегодня не планируйте ничего важного. Будет очень много сложностей. Водолеи. Ну, эта карта может говорить об уходе. Это отправление в путь. Не знаю, кого-то может сегодня отправить в командировку, но вам очень не хочется туда ехать. Также эта карта может говорить о семейных, материальных проблемах. То есть вы сегодня можете ощутить в чем-то недостаток. Еще это уход. Уход откуда-то? От того, что раньше доставляло вам радость, да, вот удовольствие. Может быть, кто-то из водолеев сегодня сядет на диету. Кто-то решит бросить пить, курить. Да, иногда это происходит по собственному желанию, а иногда по необходимости. Еще карта говорит, может быть, в каком-то вопросе вы зашли в тупик. И вы не видите выхода. Здесь карта говорит, или нужно вернуться в исток этой ситуации, попробовать как-то переделать ее или исправить ошибки. Но это, как правило, нам сложно. То тогда карта говорит, придется вам от этой мысли, от этой ситуации, от этого желания отказаться. Здесь нужно просто расстаться с прошлыми ожиданиями и ставить новые цели, новые задачи. Кто-то может сегодня уйти и с работы, но тут может быть вообще смена профессии, смена рода деятельности. Может быть, из-за того, что там, где вы ищете, нет никаких вариантов. Но еще это может быть уход из отношений. Это разочарование в любимом человеке или вообще в любовных, семейных делах. Хорошо, рыбы. У рыб сегодня король жезлов. Ну, если карта показывает вас, и у вас сегодня очень много планов, то да, вы сегодня справитесь с любой задачей, потому что вас будет переполнять энергия, энтузиазм. Вы можете и сами решить какие-то дела, вопросы, но можете еще и мотивировать других людей на какие-то действия, повести их за собой. Ну, рыцарь жезлов для мужчин может говорить о наведении порядка в доме, в бизнесе, не знаю, там, в кабинете в своем, в мастерской. Если карта показывает не вас, то для вас важен сегодня вот этот король жезлов. Это может быть представитель огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец, или это какой-то бизнесмен, человек, который занимается чем-то своим, или занимает руководящий пост, администратор, менеджер, может быть, это ваш начальник, может быть, это ваш какой-то родственник. Для женщин, может быть, это ваш супруг, отец, может быть, взрослый сын. Ну, давайте одну карту. Так, ну, у меня колода перевернута. А, тут тройка мечей. Какое-то для вас огорчение пойдет от этого человека. Да, смотрите, если это любовный интерес, супруг, возлюбленный, то вы знаете, здесь человек как-то некрасиво себя поведет, это разрыв отношений.
Вы можете уличить его во лжи, в предательстве, в изменах. Да уж, ну, тайная связь, да. Если это ваш супруг, да, или возлюбленная, это разрыв отношений. Тут еще, знаете, если человек был не свободен, у вас была связь тайная, да, ну, может быть, он обещал, что я вот разведусь, сейчас мы вот поженимся. Вы сегодня просто прозреете, вы поймете, что он вас обманул. Если это касается бизнес-партнера, начальника, то тоже человек как-то некрасиво себя поведет. Да, это может быть какой-то клиент. Вот я говорю, он вас огорчит, разобьет вам сердце тем, что нарушит какой-то контракт, обещание. Может быть, вы кому-то заказ вот выполнили, а человек отказывается платить. А у вас нет документов, то есть вы не можете доказать, что он вам должен денег. Вот я всегда говорю, если вы с кем-то заключаете договор, обязательно все должно быть не на словах. И если этот человек, например, у вас занял и сейчас начинает увиливать, вот надо брать расписки. Вот смотрите, рыбульки, у вас сегодня от этого человека идет какая-то неприятность. И если это бизнес-партнер, будьте аккуратнее. Вот карта говорит, будьте начеку. Если это коллега на работе, здесь может быть какая-то подстава. Вот карты Таро для этого и существуют, чтобы нас предупреждать. Если у вас есть такой человек, то сегодня с его стороны будет какая-то неприятность. Да. Это у нас была карта дня, 19 января. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам дня. Берегите себя. До свидания.